А мы сейчас на Луне. А вот это тот дядька, который на рекламе. Тварь поганая. Ну и так сойдет. Это жесть, блин, сейчас была вообще. Ну как тебе пока игра? Ну, прикольно достаточно выглядит. Эй, хватит заниматься этим. Приседай, приседай, интересно, как. В лифте всегда будем приседать. Ту-тур-ту-тур. Бари-бари-бари. Господи, какое чудило, а? Здравствуйте, это канал Максимадзе и... Канал Чё Хочу Товарачу, ребята, привет! Да, это первое видео, которое будет с напарником своим, Лёха, автор канала. А точнее, первое полное прохождение. Да. Первое игры прохождение... Первое прохождение, где я играю не один... В общем, вы поняли. А мы двое сразу будем играть в игре Dead Space 3. Dead Space 3, такая сложилась ситуация, что нам понадобилось вам сделать какой-то контент и пройти игру вместе. Поэтому Максимат начал стартовать не с первой части, а сразу с третьей. Но первая часть точно будет на канале. Да, так и есть. Но немножко попозже, наверное. В общем, мы тут вообще подзаморочились с этой игрой. Там Electronic Arts... куча всяких этих прибамбасов понапихали, с которыми надо возиться, блин. Да и Лёха микрофон еще тут пытался настраивать, чтобы нормально все было, бля. Да, ребята, напишите, нормально меня слышно или нет. Если вы плохо, то в следующей серии будет лучше. Ну, я тебя хорошо слышу. Я думаю, что... Короче, начинаем новую игру. Да. Я, кстати, в эту игру первый раз вообще играю. Не знаю, да, как... Да, поэтому я буду тебе помогать. Да. Ну что, поджарим с задницы? Ну, да, как скажешь, блин. Dead Space 3, блин. Обалдеть, какое будущее. Бой, ты мой. Бесполезно. Альфа-9, это виски 250. Давай. Альфа-9, это виски 250. Сирано, прием. А, Тим, слава богу, ты нашел его. Нашли? Док, я даже не в курсе, что мы ищем. Просто двигайся на ориентир. Координаты я выслал. Это все, что у меня есть. Доберись туда как можно быстрее. Ты меня слышишь? Быстрее. Что? Черт. Да, двигайся на двигайся на ориентир, короче. Че, ребята, поехали. Я, тут правда, не понял. Кнопка Б. Да. Так, вот сюда нам надо идти. Блин, капец, я не вижу ничего. А, удерживать Б это что? Это нам показывает, куда идти, понятно. Да, путь. Я, короче, ребята, это начало игры, это еще не главные персонажи. Главные персонажи будут минут через 15. Тут не видно низги. Мы вообще во все это умудрились ляпаться. Мы нужны доку Сэм. Черт побери, мы с тобой не солдаты, ты даже не знаешь, с какого конца держать винтовку. Блин, вот я, честно говоря, не понимаю, кто говорит. Не надо стрелять меня, ты чего, обалдел, что ли? Да я не стреляю пока. Ой, блин. Короче, ребята, персонажи главные будут потом, и, скорее всего, я буду играть за Айзека Кларка, а... О, нет. А Максимадзе будет играть... Вот зараза, а. За помощника Карвера. Да. Ты чё делаешь?
давай придумаем челлендж. Будем так в лифте приседать всегда. Это что за движение странное сейчас вообще? Эй, док, мы нашли его. Да? Отлично. Давайте внутрь зайдем. Должен быть способ. Так, посмотреть надо. Давай не будем, короче, вот это все озвучивать, потому что мы так запутаемся с тобой. Ну да. Давай так играть. Субтитры хотя бы есть же. Думаю, зрители поймут. О, блин, господи, какая жесть. Жутковатая игра. Надеюсь, моя бабушка не увидит. О! Ах вы твари, блин. Сдохни ты, сдохни нафиг. Ну вот, вход. Побежали нафиг. А, стоп, тут что-то подобрать можно, да? Блин, у меня по 4 патрона взял? Так, а где тут патроны? Ой, я их походу подобрал. Я тоже, я взял что-то, но это, видимо, не патроны. Ой, блин, у меня всего 4 патрона. У меня кончили. А, вот у меня патроны. 20 патронов, отлично. Ух! Нахрен! Зди. А! Какие жуткие глаза нафиг. Это еще не жутко. Жутко будет потом. Да, я, мы еще, да, я в курсе. Мы с тобой еще не... О, вот еще. Патронов кучу я набрал. А, тут переключаться даже можно. Ноль нажать. Или куда тут нажать, блин? Разбираться и разбираться еще здесь. О, вон еще заразы. Там сверху, блин. Так, давай. Как залезть? Как залезть? На Е. Дебил. Зачем ты пинаешься? Да залезай, год. Кафец какой нафиг. А! Это ты стреляешь? Да. Ты с той стороны подойди. Отлично. А, тут какой-то... Тут дебила убили уже. Есть док. Опа-на. Да, мы не озвучили. О, боже ты мой. Что происходит нафиг? О, нет, мы сейчас упадем нафиг. Что за капсулу подобрали какой-то? Кодекс, это кодекс. Блин. Это для разморозки планеты, кодекс. Для разморозки планеты. Скалолазание, да. Так, я влево пролезу. Прыгай ты уже быстрее, блин. О, ящики какие. Вот на голову упал бы такой ящик. Вообще бы, наверное, было бы офигенно. Ой, осторожно, сейчас бомбанет. Она уже, наверное, бомбанула. Ой, блин. Весело. Ай, патроны заканчиваются у меня. Сразу, кстати, говорю, что у Лёши на канале что-то и ворочу, у него прохождение это не выйдет. Да, но если хотите, можно потом попытаться сделать еще, чтобы у меня тоже была вебка. Это... зрители пусть решают. Да. Хотите ли вы, чтобы тут еще моя вебка появилась? У него он именно на канале, у него. Так, это что за дебил тут повешенный стоит? А, нет, и не один, кстати, даже. А, они просто офигенные. Где доктор Сирана? Оптимисты, да? Но он сказал, чтоб я доставил это в город. Сказал, что еще не поздно все остановить, сэр. Это еще не поздно. Это мой персонаж, кстати, говорит. Нет, это мой. Я сейчас за своего кого. Да? Да. Ну ладно, может... Потом запомнишь, это еще не главное. Потом будет Айзек Кларк. Ты верен земле, сынок. Любишь маму, папу. Да, сэр, конечно.
Отлично. Вот. You fucking moron! Что по-английски переводится? Ты охренел? На самом деле у этой генерал. Игры очень, очень глубокий сюжет, очень глубокий. Да. Ха, дебил, сам себя еще застрелил. Ну, потом ты поймешь, почему. Ну, пожалел, видимо, что его застрелили. Капсула сработала, да? Получено достижение. Чувак на... А, какой чувак? Чужак на чужой земле. Эпоха человечества подходит к концу. О, нет, не надо нам такое рассказывать. Вы что, офигели, что ли? Вот это Луна. 2600 какой-то год. Это сейчас Луна. А, вот, главный персонаж Айзек Кларк. Первая, вторая и третья части, главный персонаж. Кто за него играть будет из нас? Я. Ты? Скорее всего, я, потому что я хост. А вот сейчас дядька Карвер, его зовут, будет в красном костюме. Это ты будешь, скорее всего. В красном костюме? Мне нравится красный цвет. Да, сейчас. Цвет. Ты любишь красный? О, как раз красный цвет максимации. Ну да. Хотя вообще я люблю золотой. Вот в первой и второй части озвучка русская есть. В третьей, к сожалению, нету. Ну да. Вот ты в эту игру играл, там какие-нибудь скримеры, я не знаю, есть? Чтобы напугаться. Во второй части много скримеров. А здесь? Не знаешь? Ну, увидишь. Ну ладно. Это чтобы я сам испугался. И смешнее было, наверное. Я в эту игру никогда играл, реально первый раз сегодня. Ну тебе пока не страшно? Пока мы не в космосе. Да нет. Ну или пока? Или и пока. Да не, ничего сейчас, не страшно. Сейчас погодь. Да и монстры эти не такие уж и страшные были. Тебя учат, как аптечку взять? А, во. Я в энергокостюме в таком. Стой, ты где? Сюда иди. Красный такой. О. Я в офигенном костюме, мне нравится вообще. Туалет, ты грязь. Понял? А? Слушай, короче, аптечка есть у тебя? Да, я поднял только что. И ты понял, как лечиться? Как лечиться? Нет, не понял. Лечиться на Q, то есть этот... Q? Е, да. Я понял. Видишь вон тот купол, вон он, красный? Да. Огоньки вот эти, да? Да, там обелиск. Это плохо. Он спрятан. Это якобы источник бесконечной энергии. Но сыр бесплатной мышеловки не бывает. Ой. Точнее, сыр... Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да. И это понятно, что бесплатная энергия ничего, ни к чему хорошему не приведет. Эта энергия делает из людей некроморфов, из мертвой ткани. А мы сейчас на Луне. А вот это тот дядька, который на рекламе. Тварь поганая. Да, вот кто бы мог подумать, что на Луне целый город построят. Но это 600 лет после... Вот сейчас, 2614 год. Нортон? Да. Ты Джон Карвер. Да. Я пока, правда, лица своего не увидел. Костюм у тебя... Ой, блин, это что было, блин? А, присесть X. Блин, вот контролом было бы удобно. Патроны кончились быстро. А, нет, у меня же разные есть.
еще было, блин, вообще? Блин. Беги, беги! А, блин. Подобрать даже ничего не успеваю. Их можно топтать, значит, может из них что-то выпасть. Ой! Да стоп. Их... Они хотят меня убить. Они нас обоих, наверное, хотят убить, Тёля. Ну, меня больше. Я им нужен. Видишь у тебя, где жизнь, да, сзади? Справа еще синенькая. Да. Это можно замораживать. Когда целишься, нажимаешь букву S. Да, с управлением тут еще учиться и учиться. Блин. Замораживать можно. Понажми S. S. Нет, когда целишься. Вот. Можно это врагов замораживать. А, это S русская, я понял. Так. Вот эти шкафчики открывай на букву Е. Вот справа шкафчик. Ого, сколько тут вещей-то, блин. А у тебя оружие есть? Сейчас надо свалить с этой луны. У тебя оружие есть еще? У меня вот да. Почти закончилось оружие. А, перезарядка. Блин, я забыл, как прицеливаться. А, ой, не прицеливаться, а приседать. Икс. Икс. Давай, сам, заморозь транспорт. Сейчас. Ну и так сойдет. Тут это жесть, блин, сейчас была вообще. Ты вот, вот перезаряди, вот, смотри. Стазисная зарядка. Вот где я. Где я? Так. Где я? Я сзади. Вот. Заряди. Вот. Твою же налево. Я сломал ее, наверное. Или нет? Нет. Как? Ты зарядил себе. Куда? А, это просто подойти надо к ней, все? Ой. А, это ты? Я что-то в тебя стрелять начал. Меня стрелять не надо. Да, сорян, сорян. Я вреда, по-моему, не могу тебе наносить. Да. Никаким способом. Чтобы открыть меню, нажми Tab. Tab. Меню? Tab. Это... А, это инвентарь, я понял. Инвентарь, там карта и все такое. Это оружие. Понятно. Управление тут еще надо учиться и учиться, бля. Да оно тут довольно легкое. Ой. Братья и сестры, эпоха человечества подошла к концу. Настало слишком много, и слишком мало осталось того, ради чего стоит жить. Корпорация, которым... Пятно на роже ему оставил. Закрывали. Ну как тебе пока игра? Ну, прикольно достаточно выглядит. Эй, хватит заниматься этим. Приседай, приседай, интересно. Да. В лифте всегда будем приседать. Ту-тур-ту-тур. Бари-бари-бари. Господи,
Чё ты, блин, какое чудило, а? Ой, тебя ранили. И тебя тоже. О, Даник, вот он, в белом. Ах ты тварь. Зачем я сделал? Одежда как король, блин, какой-то. Да, та хрень, что ты показывал мне. Это лаборатория для испытания обелиска, они везде. И что тебе от меня надо? Как участник программы испытания обелиска, Файзик, ты помог мне их сделать. Сегодня, благодаря тебе, они обретут свободу. Нет, 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 только нет. Нет, стой, ты всех убьешь. Смерть только начало, Айзек. Природа должна взять свое. И ни тебе, никому я не позволю вмешаться. Смотри, Айзек, смотри внимательно. Нет, только не это. Нет, пожалуйста. Я так понимаю, это антагонист. Он освободил обелиск. Только не это. Все, вот теперь все очень плохо. Все, капец. Ты хотя бы жив. О, мое лицо. Обелиск. Сейчас вся мертвая ткань, все трупы будут превращаться в некроморфов. Они хотят сделать нас единым. А, уй! Так, к аптечке надо поэкономнее относиться. Господи, они мутируют в какие-то... Стой, стой, стой. А если я сейчас одну аптечку выкину, ты ее сможешь подобрать? Смотри. Ну-ка. На. Бросить. А, брось. Надо дать. Сейчас я тебе дам. Получил? Да. Смотри, вон он, этот камень, обелиск. Да, этот... А вон земля. Этот чувак взорвал его. А вон земля. Да, я заметил уже. Нам надо валить отсюда быстрее. Дай сюда эту хрень. И эту тоже. Еще один. На, возьми вот это. Я взял. Взял? А, у тебя не отображается, потому что, ну как бы, чтобы всем хватило, сделали так. Понятно, понятно, это к лучшему. Хотя бы светло стало, это меня устраивает. Ой! Он что, ожил, что ли? Голова. Голова? Матери блин. Смотри, видишь, можно вот так вот подбирать, видишь, как я подобрал? И пулять. На F. Прицелься и на F. Нет, на предмет, вот. Вот, например. А, схватить типа предмет? Да. И кнопку стрельбы нажимай. Только не в меня. Стреляй. Пум, видишь? Но только острые предметы вроде. Так. На
нам надо валить вообще с Луны. Вообще. Да, на Луне неинтересно, на Земле лучше. Некоторыми элементами, кстати, Doom напоминает, мне кажется. Также надо аптечки подбирать, использовать их и так далее. Враги некоторые даже похожи. Хотя многие сейчас понапишут, что выходы заблокировали. Ух ты, магазин каких-то игрушек коллекционных. Ну тут и еда есть, я бы пожрал бы сейчас. Или тебя сейчас сожрут. Нет уж, не надо. Блин. Иди к двери. Ой, я испугался. Так, быть начеку, тут везде могут быть монстры. Ой, вот это... Вон справа некроморф настоящий. Вот они, некроморфы. Оу-оу-оу! Сзади! Видишь, я его заморозил. Кратер, смотри, океан, бур, кратер. Ай-яй-яй. А чё на меня-то? А хрен знает. Ну и чё, мне же лучше, блин. Да, хорош, он готов. Ой, какая рожа жуткая. Фу, поехали нахрен отсюда. Всё, мы сейчас едем, короче, к поездам. Нам... А где ж поезда-то? Вот. Да сейчас их надо соединить. Соединяй сам. А, нет. Нет, F. Оу. А тут прыгать можно как-то или нет? Нет. А тут не надо прыгать. Двигается. Готово. Пора валить отсюда. Ой, тут кто-то идет. Как мне к тебе попасть? Ты вообще с другой стороны где-то. У тебя кто-то там двери перепилит. А? Быстрее сюда, быстрее ко мне. Быстрее. Умрешь, быстрее сюда, на поезд. Сюда быстрее. Быстрее беги. Че ты целишься-то? На шифт бежать. Да я понял, я не могу бежать, меня, наверное, устал. У меня мало здоровья вообще. Ну-ка, дайте сюда. Дайте аптечку сюда. Я не мог бежать, мне здоровье ломало. Ух, последний путь, пошли, открывай дверь. Я что-то не понял, у меня оружие закончилось, что ли? А, нет. Открывайся, блин.
Ой-ой-ой. Что творится? Быстрее, нам надо на корабль. Да-да, я стараюсь. Нам надо прыгнуть на космический корабль. Окончилось оружие. Да спускайся, дебил, блин. Блин, у меня больше нет оружия. Давай быстрее, быстрее. Ой-ой-ой. Помоги мне. У меня оружия нет. У меня кончилось все. Мы улетели, слава богу. Мы смогли. Едва, блин. Ух, блин. О, красота вообще, блин. Вот до чего прогресс дошел. Это что? Батарея. Пока не нужна. А, заперто. И здесь тоже. Куда нам? А, вот сюда, наверное. У тебя оружие-то еще есть? Патроны, точнее. У меня много. У меня вообще... Давай я тебе дам. У меня нету вообще. На тебе аптечек, пару штук. Аптечки-то у меня есть. Нафига ты на паузу-то жмешь? Ого, отлично, спасибо. Вот патроны лежат. У тебя лежат тут патроны? Да, я подобрал. А, нам не сюда, значит. Ты смотри, с какой мы скоростью летим. Мы сейчас в космосе летим в другую галактику. Наверное, это половина скорости света. Наверное. Но мы в галактику другую летим. Блин, только открыл инвентарь, как сцена запустилась. Ну, это я пришел. 15 секунд до цели. Держись крепко!
I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. Serious? We're over 200 years old. I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. Alright, Rosen, close to 500, please. Aye, sir. Ого, 500 километров от... Так быстро, кажется. О, мины! Мины! А, очень похожи на плавовые эти камни. А у меня костюма нету! Мне нужен костюм. Как у тебя? Мне у самого здоровье было. Воздух. Я же без маски даже. Пока. Ты сейчас видишь моего, да, персонажа? Да, от сцены запустилась. А, замечательно. Теперь у тебя есть костюм. Ба! Помоги мне! Спасибо! Спасибо, Максим! Да, только я не делал ничего. Но все равно спасибо, ты же за этого персонажа играешь. Нам надо валить. Так, вот эту надо раздвинуть. В бок, влево двигай. Я пытаюсь, она что-то не хочет работать. Ой. Ты что делаешь? Уклоняйся! Осторожно! Ты как там умер? Не знаю, я во что-то врезался и умер. Лети четко за мной. Блин, они так быстро летят, что я не успеваю отреагировать. А, мама, да фак. Ты в них можешь стрелять. Да, сейчас попробую. Я тебя, может, взорву вместе с этими минами, наверное. Они так быстро летят, что я не вижу вообще ничего. Ты самое главное от мусора уклоняйся. Блин, экран так дрожит, что и уклониться... Вон, вверх, через здание. А-а-а. Ну ты чё? Да блин. Через здание, я говорю, за мной лети, ты же меня видишь? Да, вижу, только экран так дрожит, что... Это неудобно. А, блин, ну вот, зачем я врезался туда, а? Ты...
на мины пофиг, ты мусор, мусор избегаешь. Да, мусор я вижу, мусор. Очень много мусора что-то здесь. Ну космос, там много мусора. Да блин, оглушают мины меня. Ты чё, все время с прицелом летишь? Во, повезло сейчас что-то вообще. Но это еще не конец. Ой, осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, ну... Ай-яй-яй! Ой, вправо, вправо! Ай-яй, нафиг, ну это капец сложно. Вверх. Как-то стало, блин. Вверх! Ой, ой-ой, нифига, от кораблей какие куски большие. Ай, блин. Чё-то мин много. Лови, лови, лови. Нет! Ты прикалываешься, мы ж почти прошли. Ну ё-моё. О! Ну. Это глюк, что ли, был, или что это было? Нет, это, короче, это. Я успел сохраниться, прежде чем ты умер. Да, вообще жестко сейчас вышло. Ну ладно, ребята. Короче, на этом наш первый выпуск заканчивается. 40 минут прошло. Да, так что давайте, ребята. Да, на этом. Подписывайтесь на канал. На канал Чё Хочу Ты Врачу подписываемся. На канал Максимадзе подписываемся. Всё, давай, с вас лайкосы и подписосы, с меня и с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на также на мой второй канал, который переместился, и на группу ВКонтакте. Всем пока.